Еще одно поздравление с Днем Победы накануне праздника получил Борис Дмитриевич Зудин. Навестил 90-летнего ветерана депутат районного совета депутатов Олег Федоров. Вручил ему подарок и от всего молодого поколения поблагодарил за мирное небо. Мы, их потомки, помним об их подвиге, не забываем. И мне кажется, в их возрасте внимание – это самое необходимое, что им сейчас нужно. Борис Зудин ушел на фронт в 44-м, а после войны остался в армии еще на 6 лет. Сейчас ветеран живет с семьей внука и благодарен всем, кто не забывает о людях, которые совершили великую победу.